Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Продолжаем искать новых покемонов и прокачивать старых в нашем мире покемонов. И что мы будем делать, ребята, в этой серии? Все же знаете, что я решил? То, что Дитто нужно удалить, ребята. Я так посидел, подумал, да, в принципе, он бага-юзер, можно и так сказать, то, что он украл у нас мастербол. Но все же, мне кажется, то будет честно, если мы его удалим, потому что, с одной стороны, нечестно, потому что мастербол мы себе вернули, а Дитто оставили. Поэтому, ребята, ничего такого страшного нету, потом найдем еще одного. Поэтому, знаете, что я думаю? Пока у нас нету Дитто, давайте мы будем разводить электробазов, чтобы получить Иликида. Так, электробаз. Я помню на 1000000%, что у нас был... Вот он. Ага, это мальчик, нам нужна, ребята, девочка. Девочка-электробаз. Электробаз, я надеюсь, правильно. Покегив, или там, покеспаун. Электобас, ага. Электобас. Электобас. И Дитто, ребята. А у нас кончаются болы. 13 даскболов, 12 дайвболов, 20 квикболов. Ух, ребята, как-то у нас даже не очень таки много болов осталось. Это очень хреново. Потому что в скором времени они все закончатся, и все. Хана нафиг. Нужно будет, не знаю, что делать, новые искать где-то. Ребята, вы помните то, что мы уже заплатили 30 шмоток за наши Блисси, и в предыдущей серии мы убили только одну Блисси, потому что там заспавнился босс. То есть в этой серии мы можем убить еще 19 Блисси, ребята, потому что в предыдущей серии мы не убили достаточное количество Блисси. Но я тут смотрю, уровней пока что не так уж и много, поэтому не будем мы их сейчас трогать. Пойдем попробуем найти Дитто. Если найдем, то попробуем хотя бы его словить. И что нам нужно? И знаете что, ребята? Нам нужно сейчас попутешествовать по миру. И поискать боссов. Да. Потому что боссы нам сейчас очень нужны. За Экспешер я уже ничего не говорю. Нам, в принципе, он уже так и не очень нужен. В том смысле, то, что уже скоро конец сезона. Нам очень нужен мастербол или паркбол. Потому что у нас остался один мастербол. А нам осталось еще словить 3 легенды. Райкваза, Лугия, Мьюту, да. 3 легенды, 1 мастербол остался, значит нам еще 2 нужно. Ну, не скажу, что это так, ребята, просто. Давайте мы полетаем, мне кажется, это намного быстрее, но я убавлю звук, потому что знаете, что этот джетпак просто бешеный. Твою мать. Это... Райкоу, ты дебил, честно. Лучше бы там заспавился, не знаю, кто-то другой, но не ты, Райкоу. А, и плюс... Опа, 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 ни хрена себе. И вот как раз сейчас, ребята, я говорю, пока мы будем летать по миру, нам нужно будет искать боссов, потому что, сами видите, то, что они нам очень легендарный ультимейт. Ни хрена себе. Кто у нас прокачивается? Нет, давайте капусту прокачаем. Нам нужно прокачивать... Наших покемонов, это как бы на боссах тоже можно сделать, не так эффективно, как на Блисси, но все же. Это, во-первых. Во-вторых, мы можем шмотки себе выбить какие-то нормальные, вдруг повезет, да? И в-третьих, ребята... что в-третьих? И твою мать, ну ладно, допустим. Ух. Ладно, смотрите. Пускай он нас убивает. Бабл... Хрен, он убьет его. И плюс, ну вот твою мать, там легендарный Ninetales был, и то он пропал. Твою мать, и вот этот конченый Эконс. Если бы он нас не убил, то мы бы еще успели, ребята, из-за Ninetales. Твою мать, а. И плюс к тому, знаете что? То, что мы можем
Да что я хотел сказать нафиг? А, вот что! В то время, как мы будем искать покемонов, искать боссов, прокачиваться, пытаться выбить какие-то шмотки, потому что шмотки сейчас очень нужны, мы будем пытаться искать Sunflower Plains, потому что Rayquaza спавнится там, а мы еще вот этот биом вроде не находили. Или находили ранее, но я, если честно, уже забыл, где он находится, поэтому нужно еще раз будет попытаться найти новый или тот, который там был. Мегадрейн. Ну, вот это давайте, вот это давайте. Ну, как я сказал, было бы круто, если бы нам что-то толковое бы выпало. Ну, ладно, ладно, не будем тоже наглеть. Хотя, как наглеть? Сколько мы уже серий ищем, будем, ходим, и нам толком ничего не выпадает. Это очень плохо. А, ну, в принципе, Дито вроде ночью не спамится, поэтому мы можем отсюда шуровать, как я понял. Диту, Электабас. А, то есть больше нам тут делать нечего. Нам нужен, ребята, Электабас. А ночью. Ну что ж, ну что ночью? Куда мы ночью можем пойти? Разве что. Хотя нет. Даже за Rayquaza бы мы бы не смогли пойти, потому что она спамится на закате, на рассвете. А пойти прокачиваться. Пойти прокачиваться на остров, ну. Я бы сходил за луги попытаться хотя бы, но тоже, ребят, сейчас нужно что-то другое. А, вот сейчас мы будем выкладывать Хитмончана, мы будем выкладывать вот этих других покемонов, и потом, когда мы их выложим, как только мы их выложим, мы, наверное, ребята, уже себе берем Дратини как следующего капитана, и потому что Глайскор уже скоро идет. Вон, ну не вон, в отставку, можно так сказать. А потому что он уже в какой-то степени будет прокачанный, да? Через 9 уровней. Дито, Электа... Давайте сначала Дито поищем. А, то есть он уже будет прокачанный. И когда мы его будем выкладывать, то у нас не будет Вульпикс. Ни хрена себе. У нас вроде есть Грувлит, но Вульпикса нету. И самое обидное то, что в предыдущих сериях мы как раз прокачали Вульпикса. И сейчас заспавнился Шайни. Твою мать. А, поэтому, ребята, нам уже... Нет, это не тот. Ага. А, и поэтому, ребята, нам уже как раз нужно потихонечку начинать прокачивать нашего нового капитана. А новым... Не Дукинг, ни хрена себе. А новым капитаном у нас будет Дратини. После Дратини, может, Генгар будет. Посмотрим. Я пока что, ребята, честно, не знаю. Может, Легенду возьмем. Хотя Легенду, ну... Ребята, у нас даже уже левел болов нету. Мне кажется, что через несколько серий мы даже начнем уже... О! Во! Вот этого я долго ждал, вот этого я действительно долго ждал. 80%, ребята, это круто. И Дито, паскуда, ну. Вот Дито, кого-кого, но Дито мы нафиг не словим. Я не знаю, но у меня такое предчувствие, что мы его никогда не словим. Действительно, на него нужно будет потратить мастербол. Бак, пожалуйста, не происходи опять. Не происходи, потому что я не хочу еще раз мастербол терять, потом удалять опять Дито, брать себе заново мастербол. Словись. Ребята, Дито не словится. Я вам, ну отвечаю, да, что он не словится. Я не знаю, почему у меня такое предчувствие, что это как Белдум номер 2. На него нужно будет Ах, ни хрена себе! Мы тогда потратили около 10, 20 или даже больше болов. А сейчас мы потратили один бигбол, и он словился. Ну ладно. Круто. То есть мы и справедливость восстановили, потому что многие люди там писали, мол, Эдисон, это нечестно. Ты мастербол себе вернул, хоть это и баг был, но как бы ты его себе вернул. Но Дито ты не удалил, хоть это как бы и баг был, что, можно сказать, компенсация за то, что Дито нам потрепал нервы. Электабас. То, что Дито нам потрепал нервы, но все же, то есть, чтобы было честно, мы его вернули. Ну, как бы, чтобы было честно, нужно его бы было вернуть. Поки спаун. И, в принципе, вот так действительно, ребята, и произошло, то, что мы вернули себе, точнее, то, что мы вернули Дитту, потому что это действительно было в какой-то степени читерски, то, что мы и
и в Master Ball забрали, еще и Диту вернули. Ну и плюс к тому, ребята, мы сейчас справились, восстановились, словили себе новую Диту, уже не в Master Ball, а уже в обычном боле. И в принципе нормально. Сейчас я уже надеюсь, вот этих разговоров всех не будет. Так. Тут. Ох, какая тут поляночка, какая тут. Ох, вот тут красота должна быть. Вот тут. Вот тут. Пожалуйста, прогрузись, чтобы я смог. Сейчас, ребята, секундочку. Так. Потопали, потопали, потопали. Диту мы словили, замечательно. Сейчас. Опа, там. Вот, там был шайни. Ну да ладно. Вот так. Смотрите, ребята, что я сделал. Я все-таки увеличил территорию. 9 на 9 уже сейчас. И, в принципе, сейчас мы уже даже можем разводить покемонов. Где-то у нас уже есть. Но нам уже, в принципе, тогда электробас, да, электробас даже не нужен. Хм. И сейчас Дитто. Вот поэтому, ребята, наверное, и нужно 9 на 9, потому что когда у нас было 5 на 5, они нафиг вылазили вот за эти рамки, за ограждение. Я всегда, ну, как не всегда, только в предыдущей серии я там бесился, ну, твою мать, ну, залезь ты назад, почему ты вылазишь, да? Угу. Ну, посмотрим, что с этого получится, вдруг там будут... Посмотрим, ребята. Ну что, нормально, нормально. Пока они там делают детеныша, мы можем пойти поубивать Блисси. Мне так кажется, будет круто. Капусту прокачаем, Нидоран Мейла прокачаем. Опа, как раз большой уровень, ребята, замечательно. И потихонечку мы уже будем докачивать нашего Глайскора. Гига Дрейн, нет, вот сюда. Замечательно, замечательно. А сколько там, 28 Блисси осталось, это чтобы запоминать, ребята. Ну, в этой серии мы еще сможем убить 18, по сути дела. 27, писать, потому что я, ребята, всегда забываю, вы сами знаете. Ну, 38. 26, Energy Ball, вот это получше будет. 26. 25. И еще 3 уровня вроде осталось. 25. 24. 24. 25, 24, 23. Замечательно. Вот так. Ну, кот-то не прокачанный, но вроде еще эволюция там есть. Хм. Кот-то не кот. Да, вроде там еще эволюция вроде с помощью камня есть. Ну ладно, это мы потом прокачаем. Главное, что она уже прокачана. 40 уровень. Замечательно. Дальше у нас идет Нидоран. А Мейл? Сколько там? Ух, куча уровней. Ну нормально, нормально. В этой серии мы уже выложим 2 покемонов, ребята. У нас уже 80% заполненных. Это круто. 80% это уже нормально. Так, ну это нам... Ну, ой, ну в принципе вот это можно. И эволюция. А, то есть, наверное, мы еще Нидоран Мейл... Потом еще с помощью камня эволюция. Ну, может, даже мы в этой серии выложим 3 покемонов. Как думаете, сможем ли мы выложить 3 покемонов? Хитмончана мы уже выкладываем, Котони мы уже выкладываем, там эволюция у него еще в капусты. Ну, и Нидорино, там Нидоран Кинг, да? Там Нидорино еще осталось 11 уровней, поэтому, ребят, не так уж и много. 22... Ребята, в этой серии я не буду никого... Кормить, можно и так сказать. В этой серии мы сделаем такой небольшой перерывчик и сосредоточимся на другом. А пока там боссы переспавниваются, точнее, пока у нас там переспавниваются Блисси, мы, ребята, пойдем на поиски боссов и также пойдем на поиски Sunflower Plains. Они нам очень нужны. И одно, и другое. Но не всегда это так просто, ребята, найти, если честно. Давайте спустимся, потому что вот так ни хрена не видно, когда ты уже очень высоко, даже прикиньте, вот это, прекращается показывать, в каком биоме мы находимся. Так, ну вот тут всегда нужно проверять окрестность вот этих... О, блин, нас... Твою мать, ну не успел, ну ты... Ну не успел, ну на секундочку не успел, ты не мог там остаться на секундочку нас посмотреть... посмотреть, нас посмотреть, нас подождать надо.
Ну, всегда нужно вот это осматривать, потому что, может, это и равнина, где ничего нету, но может... Лаги, лаги, как я нафиг люблю Сивадл. Как я нафиг люблю лаги, ребята, вы себе не представляете. Твою мать, 1300 минус 88. 1300 минус 88. Что за хрень? Куда я вообще тпхнулся? Ага, минус. Класс. Одел ранец, но... Точнее, реактивный ранец, но он залагал во время полета и не успелось одеться. Охренеть, как я вот лаги, твою мать. Ну ладно, все, что мы, наверное, потеряли, это только уровень. Я надеюсь, больше ничего важного. Все, что нам нужно было, мы, наверное, нашли, я надеюсь. Главное, там два рюкзака у нас были. Что одеть, что одеть? Это есть, крылья есть, замечательно. Это есть, это есть. Это есть, рюкзачок есть, это тоже есть. Вроде, ребята, все. Вот так, вот так. Фу, вашу мать. Мы, ребята, будем продолжать искать дальше. Sunflower Plains, сейчас опять ночь. Ну, ночь так ночь, мы сможем быстренько сбегать, посмотреть Лугию. А вдруг Кёгр же тоже заспавнился? А давайте уже, в принципе, пойдем. Вот сюда. Главное, вот сейчас нам суйкуны не нужны, сейчас нам уже даже Кёгры не нужны. Дайте нам Лугию. Это еще задачка будет, я так думаю. Это еще задачка будет. Сейчас нас Кёгры будут троллить, сейчас нас суйкуны будут тут троллить, но Лугия не будет спариться, ребят. Это как всегда. Это как нафиг всегда. Так, что мы можем тут выкинуть? Хотя хрен его знает, что мы можем тут выкинуть. А когда у нас Кёгр заспавнился? Он вроде на рассвете заспавнился. Вроде. А кого у нас нету, кто еще есть в океане? Но у нас вроде еще парочку покемонов таких есть. Нужно еще будет потом словить. Но 80% это и так круто, ребята. Ну ладно. Давайте вот сюда и давайте пойдем те на Блисси. Сколько там еще Блисси осталось? 23. 22 Блисси, ребята, осталось. Но в этой серии мы еще 12 можем убить. Наверное, прокачаем Нидорино и берем трех новых покемонов. Нормально. Вы переспавнились? Переспавнились. Замечательно. И наш крутой перец, наверное, Глайскор в этой серии уже тоже станет 93-м. 21. Опа. 21. Да пофиг. 20. Замечательно. Ну как замечательно. 20 Блисси, еще 10 мы сможем убить. И прощайте, Блисси, в этой серии больше вы нам... Хотя вы нам всегда нужны, но больше мы не сможем убить. 19. Ух, ладно, я пока что, ребята, не вижу. Знаете что? Помогите мне найти Sunflower Plains. Ребята, ребята, мы их нахо... О, вот тут нормальная. 1330 минус... 1300... 1330 минус там 100, допустим. Да, нормально. Sunflower Plains, Forest Hills нет. Опа, да, назад. Это у нас там... Ух ты, Дрифт, блин, ультимейт босс. Мне кажется, мы перекачаем Нидорино, поэтому не будем рисковать. Не будем лучше, ребята, рисковать. А так мы с одного удара еще и захреначили, поэтому нормально. 30 кусков опыта мы бы... Ну, мне кажется, мы бы, наверное, перекачали, как думаете? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Я уже не знаю, ребята. И ни хрена не выпало, да? Вибл 30 уровень, но больше нам ничего не выпало. Охренеть. Sunflower Plains. Как мы круто это нашли. Так, замечательно. Вот мы нашли, ребята. Вот они, ни хрена себе тут были. Вот, да, бам-бам-бам-бам-бам. Замечательно. Придем сюда, ребята, на рассвете. А пока нету... Воу, нет. 19. А пока нету рассвета, мы быстренько пойдем убивать Блисси. У нас еще есть 19 Блисси. Нидорино еще...
А хотя знаете что? Знаете что? Чтобы не терять Ниблисии, чтобы у нас была какая-то возможность, что хотя бы опять Лугия заспавнится, мы пойдем сюда на наш остров и два уровня докачаем. Мне кажется, это не так уж и много. Так, замечательно. Эти опять в бою. Два уровня, и мы даем тебе возможность, Лугия, заспавниться. Я надеюсь, ты не упустишь вот этот шанс. Я надеюсь. Мьюту, ребята, мы сможем всегда сделать. Мьюту, то есть все, что нам требует, ну как всегда, когда сделаем машину. Но сама суть то, что он не может заспавниться, поэтому он не может быть для нас неожиданностью. Если сейчас мы словим Мьюту, то потом может заспавиться Лугия, и будет очень круто, если она заспавится, а у нас не будет мастербола, чтобы ее словить, да? Вот это облом нафиг будет. Ох, а я не хочу таких обломов. Ну, в смысле, я не хочу таких обломов. Я не хочу, чтобы она заспавнилась тогда, когда у нас бы не было мастербола, потому что мы, конечно, сможем ее опять попытаться словить. О, я ее чуть опять не перекачал. А мы сможем опять попытаться ее словить Duskball, так как у нас получилось с Селеби. Это, если честно, очень круто, то, что мы с Селеби словили Duskball. Но не всегда прокатит, да? Ну все, ребята. Ого! К вам можно, ребятушечки? Вы там не шпилькаетесь? Но я вижу, Дитто нравится. Ну что, познакомился ты с Электробазом? С Электробазом. Дитто falls madly in love with Electrobuzz. Короче, Дитто там падает в пропасть любви с Электробазом каждый день. А Электробазу, короче, похрен. Так, ладно. Блисси. Еще сколько? 19 Блисси. Грувлит у нас есть, уже прокачанный. Ну как 19? 19 это еще в следующей серии, а в этой, ребята, мы еще можем убить только 9. Фух, ну что, 50 уровень. 9. Как... Ну, Двибл уже эволюционирует. Хм. Ребята. Может, мы даже в этой серии уже и Двибла выложим, как думаете? Мне кажется, получится. Вот поэтому, ребята, в этой серии мы никому ничего не готовим, потому что мы прокачиваем покемонов и... Нужно нормально, потому что в этой серии мы и словили покемонов, и прокачали покемонов, и, в принципе, выложим даже в компьютер нормальное количество покемонов. 18. Дальше. 17. Опа, большой... Ух. Рискуем. Хотя... 17, 16. Замечательно. 16. Все, мы сейчас пойдем, наверное, убьем еще одного там на острове и прокачаем. Так, ребята, 16. Да, 16. Давайте быстренько еще убьем 6 Блисси и, наверное, отсюда потопаем. Так, это сюда. Ватер. Это сюда. Замечательно. 15. 14. Я не знаю, давайте 14. Дальше 13. Ух ты. Дальше 12. И дальше. Ух. Сколько? 13, 12, 11 и 10, да? Последнее. И замечательно, ребята. Так, давайте вот это. Все, 10, в следующей серии у нас еще 10 есть. Вот так. Пока мы тут, мы давайте быстренько слетаем сюда и докачаем наших покемонов. Красву один уровень остался, Мантину... Ну, я не знаю, честно. Я, если честно, даже не знаю, когда она эволюционирует. Ну, Красла мы сможем 100% прокачать и в этой серии выложить 4, ребята, покемонов. Это очень круто. Главное не забыть то, что ближе к утру нам нужно пойти навстречу Райквази. Я не уверен, что она заспавится, но все же попытка не пытка, попробовать можно, ребята. Кто его знает, а может как раз сегодня она выйдет на прогулку и заспавнится, да? Опа. Опачки-попачки, приветики, Драгонайт. Ты нам даже алмазики сейчас дропнешь, мы надеемся, да? Ребята, как думаете, дропнет? Нет, сейчас нет. Так. Вот так, ребята. Ну что,
сколько там, Мантин, 37-й. Ух, ребята, светает, светает, светло сейчас будет у нас. Давайте быстренько туда потопаем. Где у нас даже, если честно, времени нету, чтобы... Вроде вот тут, да? Да, вот тут. Sunflower Plains, ребята. Ждем пока... ждем, пока уже полностью наступит день. Точнее, уже утро, уже будет светло. Идем, выкладываем наших покемонов. Ну, сейчас четверых. Нидорину еще тоже нужно эволюционировать. Котуни тоже. Мантина, наверное, в следующей серии. И возьмем новых покемонов. Дратини будет одним из них, потому что Дратини, можно сказать, как следующий капитан команды. Ну что, Райкваза, мы тебя, конечно, ждем, но шанс, точнее, то, что ты заспавнишься, мне кажется, ну, вы поняли, ребята. То, что Райкваза заспавнится, конечно, шанс не очень большой, точнее, вообще мизерный. Мне кажется, наверное, еще меньше, чем у Селби или Кьогра, или еще у кого-то там. Не, ребята. Потому что, знаете, то, что в предыдущей версии сезоне, ну, как бы версии, да, Райкваза была достаточно-таки багованная. Мне кажется, сейчас это так и осталось, мне так кажется. Ну ладно, не заспавилась, так не заспавилась. Давайте, ребята, топаем домой. Опа, опа, опа. И потопали. Так, прокачаем еще покемонов, точнее, не прокачаем, а эволюционируем. Выкладываем четверых покемонов. И все, ребята. Пятый бокс уже где-то наполовину будет у нас прокачанный. И также 80%. Не забываем об этом, ребята. Вот так, замечательно. Быстренько выходим на улицу, быстренько прокачиваем. И на этом мы будем заканчивать. Так, ну, постараемся, ребята. Сейчас самая большая проблема — это легенды. Если легенды смогут заспавниться до 150 серии, то тогда, ребята, мы, наверное, даже 150 закончим этот сезон. Если нет, то нужно будет словить, ждать, искать. Хрен его знает, ребята. Увидим, будут ли они вообще спавниться. Ах. Давай, 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 капуста. Давай. И больше у тебя эволюции нету. Давайте посмотрим, кого мы будем выкладывать. Это сюда. Вот так, еще одна эволюция. Давай, 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 давай. Ребят, не забываем то, что следующая серия выйдет тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Ребят, это вы должны помнить, не забывать. Когда она выйдет, тоже зависит от вас. Это что там за шайни? А, это у нас Нидо Кинг Шайн. Или нет? Это Вимси. Почему там Шайни был? Или он или он там как бы заспавнился? А пока у нас покемон эволюционировал, он пропал. Нет, ребят, это Нидо Кинг у нас Шайни. Также мы Красло выкладываем. И Хитмон Чана. Опа. Это кто у нас? Ух. Блисси, ты там не пропадай. Мы быстренько... Так, пятый бокс. Дальше, 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 дальше. Капуста у нас идет вместо вот этого. Крастл вместо Дратини. Этот вместо Поливага. И Хитмончат вместо Дадуо, ребята. И мы идем убьем эту Блисси. В следующей серии мы убьем 9 Блисси. А не 10. И Дратинюшка. Тебя нужно очень прокачивать, чтобы когда мы выложили... Глайскора, то ты уже смогла бы занять его пост. 50 кусков опыта. Ни хрена себе, ребята. 35-й. О, сейчас. Вот это давайте. Вот это давайте. Это нам не нужно. Драгон. Это Тандер нам тоже не нужно. Спортбал. Лучше бы, если бы не спортбал, а паркбол или мастербол. Драгонэйр. Ну давай. Дракини уже там какой, 35-й, 36-й уровень. Нормально. И Глайскор 94. 6 уровней, ребят. Это, в принципе... Ну, если мы убиваем по 10 Блисси, то, мне кажется, за серию где-то Глайскор получает по одному, по два уровня. То есть, еще несколько серий. Где-то Драгонэйр. Вот, замечательно. Ну, все, ребята. Мы выложили покемонов.
Поливак, Додуа, замечательно. На этом мы будем, ребята, уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забываем вступать в нашу банду крутых персов. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Чем больше, точнее, чем чаще, чем больше у меня будет подписчиков, тем шире будет наша армия, ребята. Насколько она будет широка, зависит только от вас. Мы же крутые перцы. Также не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. Я уже это сказал, но все же. И оставлять свои комментарии с заказами, с пожеланиями, со всем, что вы хотите. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. Еще раз скажу, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.